Команда Дніпра зареєстрували виборчий список. До нього увійшли громадські діячі, медійники, підприємці. Боротися за посаду міського голови від партії буде альпініст та підприємець Дмитро Семеренко. Зробити Дніпро безпечним та привабливим для бізнесу, зупинити відтік фахівців, залучити європейські інвестиції та налагодити більш тісний діалог між мешканцями та владою. Це основні засади, з якими йдуть на вибори. Это не революция, это эволюция, это процесс, который проходит, скорее всего, он будет длиться, возможно, не один год. Это не косметический ремонт квартиры, то есть нужно капитально что-то менять. Да, это будет время, это точно дорого, но это уже гарантированно основа. И когда человек увидит, что происходит эти изменения, это игра в долгую, он останется, он захочет здесь находиться, он самое главное захочет, чтобы его дети здесь жили. Стратегия, проект развития города должно стать главной ценностью любой власти. Одна власть вышла, другая зашла, а стратегия развития города продолжается. Вот к чему мы должны прийти. Но прежде всего союз городян – это про то, что мы співвласники міста, мы отдаем менеджмент, нанимаем менеджмент и отдаем в руки этого менеджерного управления властью, мы должны это контролировать. И осуществлять контроль над его эффективностью.